В правоохранительные органы обратились родители двух воспитанниц школы-интерната. Началось следствие, которое длилось более года. Гособвинителем выступал прокурор Центрального района Сергей Плохотнюк. Сегодня на закрытом заседании в зале суда Центрального района был вынесен окончательный приговор Климановскому. Приговор вынесен обвинительный. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с применением дополнительного вида наказания в виде запрета заниматься преподавательской деятельностью сроком на 15 лет. Первые 4 года отбытия наказания в виде лишения свободы определено судом в тюрьме.